Добрый день! Сегодня мой рассказ о Штатхалле. Тут недавно установили на фасаде поющие маски, и мы решили взглянуть на них. История Штатхалле началась в начале 20 века. Кёнигсбергу не хватало достойного концертного зала, и его было решено построить рядом с королевским замком на берегу замкового пруда. Для возведения здания потребовались деньги, и часть денег собрали жители города. Строительство продолжалось 5 лет, и к 1912 году городской концертный зал был построен. Торжественное открытие состоялось 17 марта 1912 года. Городской зал, а так переводится немецкая Штатхалле, стал главной сценой Кёнигсберга. Кроме концертов здесь проходили встречи с известными писателями, политиками, учеными. В 20-х годах здесь выступал с лекциями русский философ Ильин. В войну при налете английской авиации здание было сильно повреждено. Штатхалле превратился буквально в руины. И только в 1981 году было начато восстановление здания. Здесь решено было разместить историко-художественный музей. А это рельефные маски, символизирующие различные направления изящных искусств. Комедия, трагедия, поэзия и музыка были созданы немецким скульптором Лотером Заугером в 1912 году и утрачены во время Второй мировой войны. Мастерская архитектурной формы и реставратор Андрей Кунац восстановили скульптуры по оригинальным историческим фотографиям довоенного периода. Во дворе историко-художественного музея мы увидели экспозицию, посвященную истории нашего города и области. Давайте взглянем на стенды. Рядом с бывшим Штатхалле сегодня построен жилой комплекс Росгартен. Современные строительные компании решили спроектировать дома наподобие бывшего пансионата Королевский сад, более известного под названием Бельвью. Вышло что-то вычурное и не совсем похожее. Сейчас это здание доминирует на Нижнем озере, закрывая вид на по-настоящему красивое и историческое здание. А на этом мой краткий рассказ закончен. До новых встреч, друзья!